помнишь, там на сцене? Лазарева где? Модель номер 3. Маша Чайка. Так, Солученко следующий, да? Лера Солученко. Четвертая участница Лера Солученко. Активная, красивая, сногсшибательная и просто очаровательная. Финалистка конкурса «Топ-модель России 2016». Мисс Саратов 2020. Лера Солученко. Эвелина Бузова, смешная, красивая, молчивая, харизматичная, мисс голубые глазки. Шнурок, аккуратный шнурок. Невероятная, неповторимая, самая красивая. Виктория. Друзья, наша следующая участница Виктория Барвиха. Милая девочка на чопере. А? 11 не будет, Регина. А, Татьяна Соляева. Следующая участница Татьяна Соляева. Позитивная блондинка. Друзья про нее говорят. Левый берег. Карина. Веселая, спортивная, активная, автолетая, мечтает покорить железного двухколесного коня. Оксана. Все, последняя участница, правильно, да? И завершает наш первый выход Оксана Черненко. Все вместе, да? Всегда движение, легкое на подъем. И я делюсь, будь с собой, никогда не сдавайся. Двигайся, двигайся, поднимайся. И мы, дорогие друзья, логично же позвать всех девушек вместе сюда, на эту сцену, для того, чтобы вы увидели всех красоток сразу. Вам ваши бурные аплодисменты, участницы первого конкурса «Мисс Правый берег». Общий выход участниц. Под ваши аплодисменты. Совсем скоро мы узнаем, кто же станет победительницей первого в истории фестиваля конкурса «Мисс Правый берег». И
очаровательные девчонки, первые участницы первого конкурса «Мисс Правый берег» перед вами. Давайте набрать их аплодисменты. Меня очень старались, потому что не сделать эти образы ваши. Полные, не смолкая аплодисменты. Давайте еще раз, два, три. Ну что, друзья, проводим наших очаровательных красоток. И для того, чтобы определить, кто же у нас из девушек займет первые места, мы узнаем с вами чуть-чуть попозже и... Потом. Вот, мы узнаем чуть-чуть с вами попозже и победительницы покажут свои творческие номера. Ваши аплодисменты нашим очаровательным провожаемым! Пожалуйста, следующий круг конкурса пройдет три участницы, образ которых... И проходка соответствует, в общем-то, уровню. Красавицы! Приняли. Все. Ну, я счастлив, чтобы ручку подать. Давай. Кто сам умница? Красавицы, девчата умницы. Аккуратненько. Кому руки, ноги надо, помощь. Все хорошо, тихо. Опа, тихо, встречаем. Сейчас, секунду. Давай. Для меня это честь, великая честь поухаживать за вами. Тихо. Умницы, все хорошо? Давай. Сейчас наши жюри определит трех победительниц, да. И чуть позже, как девушка подготовится, мы с вами узнаем их имена. Вручим определить подарки, они представят свои творческие. Именно так. Мне кажется, жюри уже почти готовы. Потомков. Сейчас смотрим или позже? Просто сейчас. Давайте сейчас. Готовы? Не будем долго тянуть интригу, потому что девушки уже хотят показать свои творческие номера. И вот какие три из 12 вышли у нас в следующий тур. Напомню, что критерии были проходка и образ, соответствие образа. Это место. Что это написано? Три человека. Пока мы не знаем их места. Вот это что за фамилия? Коблер! Елена! Елена Коблер! Сомнений нет ни у кого. Ну, есть проблемы. Сейчас нас, когда прилетит Джокер, где-то разнесет здесь. Подожди. Опасная ситуация. Ты еще не видел еще двух претендентов. Маша Чайка! Вот она, бабочка. Технически один из самых сложных костюмов. О, Марисова. А татуировку ты видел? Вау. Опасная Маша. А его окей там? Я в порядке. Конечно. А разве не видно? Это как мем с собакой, которая в горячем доме сидит. Да. Ну что, узнаем имя третьей президентки на победу. Президентка на победу. Это... Лена Самусенко! Лена! Она бежит, Лена. Пожалуйста, не повреди. Боже, как она бежит. Если вы видели, как можно со сцены также подбежаться? Нам на месте, вот пробились. Вот, друзья. Вот это вот, я понимаю, претендент на победу. Итак, это три претендента победы, которые покажут свои творческие номера в следующем блоке, приготовятся. И там уже мы узнаем имя победительницы. Ваши аплодисменты! Красотки, ну что, куда? Ну мы их просто так красотки, отпустим. Сань, будешь получать? Да. Давай, тоже. Конечно. Сертификаты по отдельности, по одной будут, от да. От нашего партнера, наших друзей, буфет, я понял. Девчонки, держите, разлагайтесь правильно. Держите. Так. А чтобы ваше сегодняшнее выступление было более зажигательным, мы вам дали вот такие фирменные зажигалки. Правый берег. Только не курите, девочки. Зажигайте. Чтобы сейчас упадет. Итак, сейчас упадет. Ждем нашу девчонку. В следующий блок она будет приготовиться. Чтобы не упало. Уважаемые аплодисменты. Супер. Бам-бам-бам-бам. Да, и ты. Что же они вам покажут? Сейчас я курку подам. Дальше фестиваль наш продолжается. У вас сегодня
хедлайнеры. Да, ты почитай там. У нас группа «Зеленый самолет» должна быть. Спица. Костюм. Я вижу, что они должны быть прямо где-то вот здесь уже. Сейчас близко. Они уже приземляются. Приземляйте уже. Прекрасно. «Зеленый самолет» возьмем на нашей сцене. Давайте. Тя, костюм. Готовьте. Спица выпала. Она вырывается. Она одна. Аккуратно. Нормально все? Она прям вытянулась. Рыжий сейчас объявит результаты конкурса «Дальнобой». Это такой ежегодный конкурс. Кто приехал издалека, кто проделал самый большой путь, чтобы попасть на наш фестиваль. Итак, Рыжий, зачитай, кто же эти ребята. Юра, МСТ это. Ямбург, 5326 километров. Ты где? Поднимайся на сцену. 5326 километров. Это... железная задница номер один фестиваля просто. Да, если честно, не знаю даже, где Ямбург. Это даже смотреть далеко по карте, понимаешь? Мне кажется, вообще это как бы выдуманная сторона. И? Давай! Олег Коин, это МС, Верса, Новосибирск. 3500, выходи на сцену, Олег! Здесь у нас еще троица просто с Тюмени. Это 1700 километров до Саратова они приехали. Это Игорь, Андрей и Дмитрий. Выходите сюда. Так, расскажите, пожалуйста, Ямбург, это где находится, пожалуйста? Скажите нам. Мы, вот кто знает, я пару слов. Берег Обской губы, Янава за Полярным кругом. То есть человек не просто ехал, он еще, ну, они какое-то время с медведем ехали вместе, судя по всему. Потом разошлись, до пути у них за Полярным кругом. Итак, друзья, у нас есть... Парни, вставайте красиво в ряд, чтобы мы понимали, кто где, господа. Выстраивайтесь лицом к аудитории. Итак... Третье, второе и первое место у нас, да, правильно? Какие у нас состоят? Здесь мы ждем воина. Он, походу, долго будет идти. Он также, наверное, 500 километров. Олег Воин, ты где? Давайте поаплодируем. Эти ребята реально проехали. Что-то за сезон накатывает меньше. А они за один раз, особенно 5326 километров. Ты масло пора менять, ты слушай вообще? Ты человек, который просто... может научить вас не спать вообще, глобально. В прошлом году у меня было 32,5 тысячи. Так что еще все впереди. 32. Это представляешь, сейчас масло поменять, масло сколько стоит вообще? А там еще и фильтр надо купить, и воздушник тоже. Ты, менять. Если подсолнечный, то оно дороже, чем моторный уже. Нет, моторный дороже пока, я знаю. К счастью. А еще и резину, говорит, надо менять тоже. Это капец, красава это вот вообще. Олег Воин, ты где? Второе место. Ну, в палатке, значит. Но давайте, найдем Олега. Потом. Давайте поздравим нашего первого просто победителя. Это Юра. Поаплодируйте ему. Итак, аплодисменты победителю. Покажи, Юра. Он, наверное, за ней ехал просто сюда. Вот он знал. Это наши три пацана. Ну, сейчас два, конечно. Ну, я, может, три вижу, я не знаю. Это вот наша троица. Это ребята, которые приехали из Тюмени. Мужики, вы сюда можете упаковать больше и проехать теперь в следующий раз в два раза больше. Опа! Аплодируйте нашим!
Аплодисменты! Самый большой дальнобой в правом берегу 2022. Все по принципу. А зачем сидеть дома? Как бы, конечно, можно сказать более грубо и безумно, но а что мы делаем? Да, нельзя. Это говорит дальше, женатый человек, между прочим. А дальше Крым. У кого Крым, у кого Абхазия, у кого Грузия. О, Крым, Абхазия. Красавцы, ребят, поаплодируем, ребят, кто хочет отдохнуть, присоединяйтесь. И вообще, и в путь. Ну что, аплодисменты парням, провожаем их. Спасибо большое. У нас впереди группа «Зеленый самолет». Сейчас они уже на сцену прям совсем готовятся выходить. Где они? Что они? Как они? Куда они? Парни. Итак, друзья, ну что, как настроение у вас? Правый берег. Ох, 2022 год. Все нормально. Есть, все хорошо. Я вот это в руках все держу, брелок кто-то потерял. Да? Я себе оставлю тогда. Нет, он приносит счастье. Мы все организаторам отдаем, потом мы не можем. И еще, народ, кто-то потерял беспроводные наушники. Если назовете фирму и цвет футляра, ну, соответственно, цвет наушников, то мне... Какие наушники беспроводные потерял? Брелок твой? Это твой, да? А, твой? Все, верну сейчас. Сейчас спущусь со сцены, отдам. Все, не вопрос. Кто такой есть? Так, у нас еще есть приятное объявление. Результаты конкурса «Хламогонки», который сегодня проходил. Ты его видел, да? Да, я видел. Там вообще было... «Хламогонки». Все видели? Наверное, немногие видели, да? Нет, много народу было, народу было просто тьма. В 15.00 проходил конкурс. Лектор, все, кроме тебя, были просто. Ну вот я хочу узнать, какой хлам победил в этом году. Мы с тобой победим. Смотри на нас. Какой еще хлам тебе нужен на этой сцене? Кто победил, знает рыжий. Сейчас озвучит. Все сразу. Кто стал автором самого... Самого классного хлама, да. Самого крутого хлама. У нас, напомню, денежные призы – это рыжий за третье место. Третье место – это 3000 рублей. Второе место – 5000. И первое место – 10 тысяч рублей. Игорь, где твой сын? Стас Душусин, он победил! Первое место! Самый молодой участник, парню! 17 лет, друзья, 17. Вы понимаете, вот мы, короче, я проверял, как они там считают, и он считал, чтобы он понял то, что это реально все правда, без его. Вот. Он был, короче, вот у меня 5, у Мельника 3, а у него вот это. Раз, два, короче, я понял. Обалдеть. То есть у него максимум был, да? У него максимум просто. Пацан красавчик, это сделал сам, понимаете? Ты молодец. Друзья, это сын Игоря Душустина, который проводил армрестлинг. То есть вот у него такая, типа, Игорь за спорт, сын за техническую сторону, да. Дочь антирега за секретариат отвечает. 10 тысяч рублей. 10 тысяч. Спасибо большое всем, кто проголосовал. Надеюсь, в следующий раз тоже приедет все это интересным. И вам понравится. Слушай, мне кажется, твой папа повлиял как-то на результат. Смотри, Стас, главное теперь что? Главное теперь не отдавать деньги бате, понимаешь, это твое. А он не видит, его здесь нет. А, все, прекрасно. Он отдыхает. Если он спросит, батя выиграл уже... все. А, все, уже Игорь слышал. Батя уже слышал все, он идет уже. Так, Стас, там за сценой Стас, можно позвонить. Стас, уходи, мы его отвлечем. Через лес, через болото. Игорь, мы танцуем здесь. Тут еще от нас прям подарок есть. Где девочка с пилой? Это прям реально делали на победителя. Я очень рад вообще, что ты победил. Это электропила на будущие твои создания. Вот, покажи людям, чтобы видели. Только не включай в розетку, а то мало ли просто что будет. Золотая цыганская. Спасибо тебе, молодец, красавчик. Аплодисменты, первое место мы прям вот отдали. Честно. Второе место, Алексей Рыжий, Верста, выходи на сцену. Алексей Рыжий, Верста, есть зале? Нет зале, давай я передам ему. Да, мне, я не дам. Друзья, Алексей Рыжий, который сделал байк, вот этот черный, который там... который со всей силы, значит, там это, музыку разыгрывает, друзья. Алексей Рыжий, ваши аплодисменты. Второе место, честное, заслуженное, выстраданное на электробайке. Но зато мы пели на нем караоке, было, кстати, прикольно. Было прикольно. И третье место у нас, это Мельник. Сань, ты где? А то я себе заберу, скажу, ты проиграл. Александр Мельник, здесь он? Ну, я передам, честно говорю, передам. Передам. Тысячу передам, серьезно. Итого рыжий 8 выиграл тысячу.
7? Почему 7? 5 плюс 3. А, ты еще одна сегодня. 7. Друзья, 8 минус 1. И, а я, парни сделали клоновой, а я поднял мотоцикл Yamaha только что. Yamaha с брелком Factory Racing. Вот такой резиновый брелочек. Мотоцикл Yamaha. Друзья, чьи ключи? Еще у нас потерянные ключи от Харлей. Лектор, это тебе уже будет. Да, ключи, да. Ключи от Харлей. Ничего, это желательно. Да, но я не знаю, это не видел какой-то, к сожалению. Но там что-то по-любому хорошее. Харлей еще плохим мотоциклом не делает. Короче, вот Yamaha ключи у меня. Factory Racing брелок резиновый, пожалуйста. И ключи от Харлей еще потеряли. К сожалению, потеряли с кельтским крестом брелком. Вот. Я не понимаю, как люди могут потерять ключи от мотоцикла? Что с ними должно произойти? Тут такое происходило, слышишь? Просто да, подожди, после вечера. После того, что было вчера, можно потерять даже девственность. Причем, если тебе 40, у тебя двое детей уже. В очередной раз, да. Дорогие друзья, дорогие друзья, слушайте, 1500 у нас был первый день. Сегодня у нас еще больше людей. Очень здорово, что вы здесь сюда приходите. Я вам предлагаю вот что. Мы здесь стоим, мы реально мерзнем на сцене. Вот, потому что мы далеко друг от друга. Мы с Лектором, конечно, обнимаемся, но это за сценой. Это вы не видите. Это я вам не говорил. Это неправда. Это его фантазии просто. Со вчерашнего дня начались. У меня видео есть. Итак, короче... Я его стер вообще-то. Я что вам предлагаю? Ты там спал. Итак, друзья, что предлагаю вам? У вас есть уникальная возможность. Вы можете подойти друг к другу поближе, и вам станет реально потеплее, потому что я вчера спускался сюда, стоял, когда Давиноган играет, прям кайфанул. Во-первых, музыка классная, все слышно, видно. Во-вторых, тепло очень. Поэтому вы подходите поближе, не стесняйтесь. Сань, ты не волнуйся. Знаешь, вчера тоже вот так рассредоточен народ был, но как солнышко все ниже, а люди все ближе и ближе, и все плотнее и плотнее. И в конце тут уже просто было такое вот плотное такое... Одно тело, которое просто скакало, одно приседало. Одно плотное тело — это бас-гитарист группы «Зеленый самолет». Ну, как минимум. Вот этот, что ли? Да, ему примерно 90 лет где-то. Какой? Вот это? Это не бас. Нет, вот. А, вот этот? А, этого мы знаем. Старый немощный человек, друзья. Если что, если вы в своей машине, у него есть традиция, это мой друг, на самом деле, один из лучших друзей, у него есть традиция, он во все тачки распихивает лекарства, я вам клянусь. Если вы в байке найдете какие-то таблетки, это он по-любому положил. Не удивляйтесь, все в порядке. Обожаю. Ну, вот такие. Саня, ненависть друзей. Саня, извини, прерву твой бред. Вспомнил один умный мысль вспомнил, который нас просили организаторы клуб «Верста» напоминать, потому что вчера, после того, как все ушли с поляны, мусор весь остался. Хотелось бы, чтобы сегодня, друзья, вы сами как-то следили за чистотой на нашей поляне. У нас есть специальные мусорные пакеты везде, они рассредоточены по краям. Так что будьте добры, пожалуйста, продукты своей жизнедеятельности сами утилизируйте. Ну, по возможности. Конечно, не касается тех, кто уже не в состоянии и теряет ключи от мотоцикла. Кто уже в целом сам просто. Да, кто сам себя уже теряет. Ну, пока вы еще в сознании, мы должны донести до вас эту экологическую составляющую нашего фестиваля. Да, ну и что? У нас есть конкурс еще уникальный. То есть, если вот вы мусорите здесь, остаетесь, мы это видим, мы потом, как бы, в продолжении фестиваля вас ждет 4-й и 5-й день уборки по территории здесь. Поэтому... Принудительная работа. Да-да-да. Поэтому помните, мы вчера говорили про исправление труда? Это тот самый ключ от Харлея, что ли? Это таблетка от домофона. Съел таблетку, и все, домофон открылся. Прикинь, это один чувак потерял все, если... Да? Он ходит просто, разбрасывает за собой. Из него выпадают ключи, таблетки. Друзья, вот сиреневый брелочек от домофона, если у кого-то потерялся, то сообщите мне адрес, и я к вам приду. Кайф. А мы тем временем объявляем группу, которая называется «Зеленый». Ну, подожди, давай. 3-4. Зеленый самолет! Встречайте! Полно дорог, слишком странно.
Вот из грязной неопознанной ямы
день лишь горькими склонами. Ворвутся волки, и на пришла ты одна, и разбила мои бастионы. Шли на штурмы, ни с чем уходили войска, но ты разбила мои бастионы. Ты разбила, одна разбила, одна разбила мои бастионы. Сейчас ваш звездный час.